Перестать винить в своих бедах других и, наконец, подумать о своем народе, советуют аналитики правительству Армении. По их мнению, Никол Пашинян слишком много думает о том, как бы ему удержаться у власти. Поэтому в Ереване не утихают акции протеста недовольных действующим политическим режимом. Мириться со сложившейся ситуацией не намерены и представители армянской диаспоры. Несмотря на признание международным сообществом Нагорного Карабаха территории Азербайджана, они не оставляют попыток аннулирования заявления от 10 ноября, которое подписали президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении. Это совершенно нецелесообразно, совершенно бесперспективно. Никакая страна в мире не поддержит эту инициативу, за исключением нескольких коррумпированных парламентарий в странах Европы, которые это поддерживают. Но они, естественно, что это поддерживают, они благодаря финансовой поддержке армянского лобби. И мы считаем, что Армении надо отказаться от этих планов, чтобы сфокусироваться на конструктивном, значит, плане по созданию мира и сотрудничества на Южном Кавказе. В разных странах мира армяне добиваются признания независимости Нагорного Карабаха, бойкота товаров турецкого производства, применения санкций против Азербайджана, а также прекращения деятельности организаций, обслуживающих интересы Турции. Одной из основных задач армянской диаспоры является укрепление развития своего влияния в разных точках мира. Не обязательно это имеет характер каких-то автономий или чего-то подобного. Это присутствие в политических, деловых, культурных, информационных кругах, что мы хорошо наблюдаем на примере России. Поэтому в данной ситуации, конечно, они будут до последнего говорить про оккупацию и рассказывать прочие истории. Ну, вся история армян, она, в общем-то, выдумана, официальная история. Поэтому тут ничего неожиданного нет. Тем временем в Ереване ситуация накалена до предела. На этих выходных в столице Армении прошел очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции протеста проходили на площади Свободы. Лидеры оппозиционных партий опровергают утверждение властей о том, что в случае отставки премьера боевые действия в Карабахе могут возобновиться. «Мы не хотим войны, мы не хотели ее с самого начала. Ее спровоцировал Никол Пашинян в результате своей некомпетентной внешней политики», говорят протестующие.